нюансы заключаются в следующем. Дело в том, что на территории Харьковской области с 2011 года уже зарегистрирована областная организация партии «Оппозиционный блок». Однако она носит старое название партии. До переименования партия «Оппозиционный блок» называлась партией «Закон и порядок». Для того, чтобы участвовать в выборах в Харьковской области, данная организация партии должна зарегистрировать изменение своего названия. Эта процедура является формальной, но необходимой для вхождения в избирательный процесс. На протяжении 3 месяцев более 5 раз подавались документы в Управление юстиции Харьковской области на переименование организации, на что партия получала необоснованные отказы. Почему это прецедент? Потому что во всех областных управлениях юстиции в Украине по аналогичному пакету документов принимались в соответствии с законом решения о переименовании, о новом названии партии, и никаких проблем не возникало. Поэтому в Харькове мы прецедент. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, там сьогодні дуже багато інформації було в ЗМІ, і так категорично стверджують всі представники засобів масової інформації, що опозиційний блок через, скажімо так, цю бюрократичну катавасію не йде на вибори. Чи це так? Ну, поки що говорити об этом рано, тому що черта еще не подведена, и есть еще определенное количество времени. Нам известно о том, что Министерство юстиции запросило весь пакет документов, поданных для внесения определенных регистрационных моментов к себе, и будет рассматриваться уже специалистами центрального органа Министерства юстиции Украины. Мы надеемся, что при рассмотрении будут учтены опыты главных управлений юстиции.